Привет, ребята! Сегодня приехал такой спринтер 316, 120 киловатт, 2015 год, очень красивый цвет, немножко сейчас отсвечивает, но такой красивый цвет для спринтера, редкость, вот противотуманки, оригинальный пробег 137 тысяч. Есть сервисные документы. Все покажу сейчас, расскажу, заведем. Новая резина процентов 90. Сейчас обойдем, посмотрим. Вот резина. Уже зима, не надо будет ничего думать. Двери на магнитах. Камера. Сзади стекло, вот два ключа. Сейчас посмотрим. Вот автомобиль без каких-либо подкрасов. Вот оригинальная обшивка. Что с этой стороны. Пол. Вот состояние пола новый. Новый пол. Идеальное состояние. Вот. Сейчас заведем, посмотрим. Такой вот 316. Вышло солнце уже. Перегородка, все. Все, как говорят, родное. Не хочу отсывать. Не царапать пол. Вот тут защелка. Так, посмотрим, что у нас здесь. Готовил вам документы, потому что сейчас начнут мне писать здесь, что какой пробег. Вот 17.12.2018 было 127 тысяч. Вот есть ВИН-код. Вот на 36 заканчивается. Еще документы. Что с этим все ясно. Есть даже там корешки. Сиденье. Что тут у нас? Подогрев задних окон. Есть камера. Вот даже есть зеркало, потому что перегородка, стекло. Вот. Комфортно, вы видите, назад будет сдавать очень удобно. Так, что у нас тут? Обдув, подогрев, остаточное тепло. Вот мультируль, хромпакет, все. Шестиступенчатая коробка. Так, сейчас мы... Музыка есть. Как часики. Завелся. Радио. Сообщение. После старта. Bluetooth. Что тут у нас? Так. Прикуриватель, все на месте. Два ключа. Вот.
знак на месте. Вот ВИН-код на документах на 36 заканчивается. Тут также вот спрашивали, что это микролифт. Так. Тормозные диски где-то миллиметр. Кто искал такой автомобиль, уверен, идеальное сочетание по кузову, бампера, все ровненько, чисто, аккуратно. Так что если вам понравился автомобиль, звоните. Напомню, можем пригнать любой автомобиль под заказ в Германии. Ну, на этом будем прощаться. Всем пишите. Всем пока. До новых встреч.